Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную квартиру под ключ, очень просторную, 90 квадратных метров брутто, 75 квадратных метров нетто, жилая площадь. Значит, она находится в самом центре Махмутлара, около субботнего рынка. В той стороне у нас башня часов, банкомат, рестораны и тому подобное. Вот такой проект, который строил качественный застройщик Еничей. Под этим зданием есть маркет А101. Квартира находится на третьем этаже, северная сторона, застекленный балкон. Так. Вот такая площадка тут. Парковка для лилисопедов. Здесь такой садик, есть бассейн. Вот такой бассейн. Время съемки 7 вечера. Темновато. Квартира находится на северной стороне. И здесь детский бассейн. И есть качели для детей. Так. Зданию 5 лет. Вот такой вход тут. Здесь у нас лифт. Подождем лифт. Вот такой лифт, вместимость 5 человек. Поднялись мы на третий этаж. Здесь место для велосипеда можно поставить туда. И квартира у нас около лифта. Так, у нас такая прихожая. Стоит проточный водонагреватель фирмы Vito Electronic. Здесь коридор продолжается. С этой стороны у нас санузел с душевой кабинкой. Так, с левой стороны просторная спальня. Вся мебель новая. Кондиционер фирмы Arçelik. Тут выход на балкон, просторный, застекленный. Сейчас я также, давайте я здесь выйду, покажу. Здесь хотели построить торговый центр, но не достроили. Не знаю, какие планы на этот центр. Вроде должны поменять его планировку. Здесь вид на горы. Тут балкон очень просторный, но хозяин сделал как бы кладовку, поставил ненужные вещи. Так, здесь вот такой вид. Здесь по субботам у нас рынок в Махмутларе. Вот. Здесь у нас гостиная. Просторная. Также есть выход на балкон отсюда. Гостиная почти с отдельной кухней. Просторная двухкомнатная квартира. Вот такая мебель. Здесь стол, он открывается. Вот. Бытовая техника. Значит, у нас стиральная машинка Altus AV3+. Духовка, плита, вытяжка тоже фирмы Altus. Холодильник фирмы Beko. Такая кухня. Так. Дорогие зрители, проект был сдан в 2014 году, так что проекту 8 лет. Квартира находится на третьем этаже, это как четвертый этаж по российским меркам. Находится в самом центре Махмутлара. Расстояние отсюда до моря максимум 370 метров до воды Средиземного моря. Рядом есть банки, рестораны, маркеты, аптеки. Все есть. По субботам здесь устанавливается субботний рынок. Квадрат метра здесь 90, брутто считается общая, но жилая площадь с балконом где-то 72-75 квадратных метров. И цена этой квартиры 60 500 евро. Срочная продажа.
Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Всем пока-пока.